Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня отреагирую на камбэк группы TXT или Tomorrow by Together, которая мне нравится. В последнее время у Бикита она мне нравится в первую очередь. Вот, и у которой даже песни, которые были созданы под текущую ситуацию, например, под пандемию прошедшую, которая там последние полтора года нас мучила и до сих пор очень не отпустила до конца, вообще не отпустила, они у них получались довольно-таки неплохими. Например, We Lost the Summer. Тем не менее, это у них прям вышел новый полноценный альбом The Kale Chapter Freeze, по-моему, так он называется. На нем большое количество песен, ну, изрядное, скажем так. И вот заглавкой выбрана песня с очень запутанным названием Zero X One равно Love Song в скобках I Know I Love You. Меня при первом взгляде на это название немножко взорвалась голова. И скорее, наверное, 0 умножить на 1. Потому что если x считать как знак умножения, то 0 умножить на 1 равно 0. Никак не love song. Потом 0x, честно говоря, так во многих языках программирования не только отображаются 16-теричные числа. То есть 0x1 — это 1 в любом случае. Поэтому это получается либо 1, либо 0. Но никак не love song. Но, в общем-то, если почитать текст песни и послушать официальное объяснение, то понятно, что X — это вот как by, видимо, вместе. А 0 — это главный герой говорит про себя, про свой мир, так сказать, который находится в хаосе. Вот он 0, без некой девушки, которая пришла в его жизнь, и вот она единица, она та самая единственная. В общем, если так читаться, то это название имеет смысл, но она очень запутанная, на мой взгляд, не очень понятно, зачем так, тем не менее. И у этой песни, у ее создания есть, ну, типа, забавная история, что в ее написании текста активнейшим образом принимал участие RM из BTS, потому что продюсер, собственно говоря, песни, он вот и так с текстом бегал-бегал, пытался что-то сделать, у него до конца не получалось, он говорил, я вот все равно, у меня не выходит каменный цветок, поэтому позвал RM-а. Мне в прошлый раз объяснили, что рэп-монстр его теперь называть неправильно, потому что он же не рэп-монстр, он исключительно RM, или как-то еще RM. Но ладно, почему бы и нет, мне не жалко, мне не сложно. Вот, и он написал, помог написать песню. Ну, а музыку писал Slow Rabbit, насколько я помню, который, в принципе, много чего разного написал. Так что я надеюсь на хорошую песню, хороший клип. И важный еще момент. Это, по-моему, чуть ли не первый коллаб TXT, что, в принципе, неудивительно. Это очень молодая группа, поэтому у них тут банально еще не было коллаба с певицей Сиори. Сиори, господи. Это R&B, соул-певица, корейская, что тоже приятно. Это не какая-то приглашенная американская звезда. Ну вот, не Ники Минаж. Вот. Ладно, давайте, перед началом реакции, как всегда, попрошу подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, ну и так далее, и тому подобное. И, конечно же, скажу большое спасибо спонсорам, которые меня поддерживают на Патреоне. В особенности Шуре. У Шуры еще там много заказов. Скоро ждите, я отреагирую на несколько вещей, которые вы меня очень просили. Очень красивые. И помимо того, что когда-нибудь что-нибудь, может быть, собирался все-таки отреагировать, вот Шура сказала, все, как бы будешь реагировать на то и на другое. Итак, давайте, 3, 2, 1, проверю запись. Точно все идет, а то я вот только-только починил микрофон. Мне, точнее, починили, я побаиваюсь, вдруг там что-то не записывается. 3, 2, 1, поехали. Ага, отлично. Звук поставил нормально. Начали в полной тишине. Стоп. Сразу скажу, мне недостаточно громко. Видимо, наушники у меня, они недостаточно хорошо настроены. Да, сделаем, наверное, давайте вот так. Вот так. Вот, теперь нормально. Вот, так получше. Теперь я практически не слышу свой голос, но это не страшно. Пока очень спокойная песня. С объемным звуком. С очень мягкими ударными. Так.
некоторую изрядную атмосферу создает хор на фоне. Видимо, самих парней, которые так... Господи, это что звук воды? Кроме что-то очень похоже. Так, где девушка? Возможно, она сейчас ступит. О, кстати, это приятный момент. Когда музыка не звучит, чистый вокал. О, вот и девушка. Сеори. Нормально, подожгли машину и радуются. Или что-то за машиной. Насчет, конечно, коллаба я вначале ляпнул. Это скорее чистой воды фит. Так немножко добавили голос этой девушки. Она вот последний припев пела. Но, опять же, вместе с парнями. Она отдельно практически ничего не пела. Ну, смотрите, на самом деле, для любовной лирики, для любовной песни чистой воды спокойно это неплохо, на мой взгляд. Даже весьма. Оно при том, что вроде как любовное и просто про девушку и ничего такого вот. Как, например... Can't You See Me, такого нет, но оно при этом все равно какое-то немножечко грустненькое, немножечко, не то что депрессивное, но вот такое грустненькое, без вот этого «Ура!». Ну, что, я не против такого абсолютно, но не всегда это уместно. Здесь у них получилось более-менее баланс выдержать. Я не могу сказать, что меня очень сильно, блин, у меня там мигает камера, слава богу, я заранее заметил, что, возможно, место заканчивается, так что я сейчас, наверное, сделаю паузу и продолжу после этого. Все, я стер с камеры все, что было лишнее, я что-то флешку не чистил, черт знает сколько. Теперь можно дальше спокойненько продолжать реакцию. Вот, так что забыл, что я до этого говорил, но песня неплохая, но не могу сказать, что меня зацепила сильно мелодия. Она приятная, но ничего такого потрясающего я в ней не заметил. Но это не помешает мне, не помешало мне наслаждаться, не знаю, продакшн какие-то. В общем, давайте еще раз посмотрим, послушаем. Мне интересно, есть ли версия фанат, скажите мне, пожалуйста, где эта девушка поет больше. В принципе, я даже рад, что у парней не стали отбирать экранное время и линии, строки. Здесь немножко странный вот этот момент. То есть он на самом деле забавный. Он не
плохая задумка, но немножко он смешается. Этот голос с хрипотцой, он немного смешивается с музыкой, по крайней мере, у меня. Я потом, интересно, ради попробую ее отдельно послушать, без всяких наушников. Но, не знаю, нужно было либо чуть-чуть музыку здесь убавить, либо все-таки это хрипотцу не добавлять. Ну, чуть-чуть мешает. В целом, ничего страшного, нормально абсолютно. Просто зацепилось ухо. Нормально у парней. Рыба летает за окнами, да, в машины? Почему бы и нет? Воистину, мир его был хаосом, до того, как появилась она. Очень объемные, очень мягкие ударные. Опять же, хор, который поет. Это создает такую какую-то, не знаю, мистическую слегка атмосферу. Не мистическую, какую-то такую. Вот тут они гитара с просто зверским ревербом. Я почти уверен, что это связано с тем, что они здесь воду показывают. То есть как будто звук в каком-то бассейне. Прям ревербище. Ух. Тоже, кстати, неплохо, но это чисто скорее клипы уже момент, но вот, грубо говоря, один участник бросает второго, и сразу же начинается его секция. Что за прикол с этими летающими рыбами? Уместно они используют и гитару, и пианино. Окей, на четвертый раз мне этот переход показался лучше. Может, он прозвучал по-другому. Мужики, я знаю, что вы молодые, но как можно такой бардак в комнате-то устраивать? Ёлки-палки, все валяется, здесь набросано, блин, приберитесь. Хотя, наверное, когда пятеро парней живут в одной, видимо, комнате, ничего другого здесь видать не стоит. Девушке приятный голос. Да, сгорело что-то сзади машины, видимо. А может и машина. Да, она. Вообще, я должен признаться, что, возможно, этой песне не хватает большего количества женского вокала, просто потому что он очень хорошо здесь лег. Вот особенно, когда они вместе поют, поют в основном девушка. У меня нет вопросов к
по голосам пацанов, просто поскольку это такая любовная лирика, и он обращается к девушке, то было бы, наверное, прикольно, если бы она больше, чем один из трех припевов пропела. Например, она, в принципе, в припевы бы вступала. Может быть, ей бы куплет отдали. Может быть, получилось бы даже еще интереснее. Вот, но, тем не менее, это хорошая композиция, немножко не в мою степь, но приятно, черт возьми. У TXT получается даже, повторюсь, вот такие вещи, которые могли бы оказаться у других групп совсем банальными, совсем стандартными, все-таки любопытными с точки зрения музыки. Ну, возможно, потому что ее пишут, блин, корейцы, а не американцы, и не европейцы, и не прочее, не прочее. Как-то так, наверное. Вот, напишите, что вы думаете по поводу этого камбэка. И да, и есть ли все-таки версия, где эта Сиори поет больше еще. Как, в принципе, в свое время было у BTS и Холзи, да? Правильно, я же ничего не перепутал, так ее зовут. Потому что в клипе ее было мало реально, а на альбоме, насколько я помню, ее было побольше. Потому что, видимо, ее там, не знаю, по какой-то причине. Вот, как-то так. Всем спасибо. Поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, поделитесь этим видео где-нибудь. Это очень поможет каналу. Особенно каналу поможет, если вы подпишетесь на Patreon, на котором меня поддерживает уже какое-то количество людей. Я их всех очень люблю. И вот я их прямо здесь перечислю.